Всех приветствую, я Адонис, мы продолжаем проходить Red Dead Redemption 2. И сейчас мы едем повидаться с Эдди Адлер. Я надеюсь, она тепло нас примет. Как интересно, она пережила смерть Артура. Мне кажется, они близки были. По духу. На помощь, помогите, есть тут кто? Пожалуйста, кто-нибудь. Эй, вы, пожалуйста, помогите мне. Ну что там? Эти громилы мистера Абеля, они хотели, чтобы мы отдали им нашу землю. Только на этот раз они... Я сбежала, но они... Они схватили моего мужа, они его убьют. Фига себе, она какая покоцанная. Парни Абеля, да? Где они? Он в том каменном доме, откуда я пришла. Я отправлюсь туда. Я пойду за подмогой. Чуюсь, вся в крови. Мистер Абель, тот самый ублюдок, который на нашу ферму нападал. Ну, не на нашу, где мы работали. Ферма Пронгхорнов. Надо бы поквитаться, но я думаю, не с ним. Фига себе, она еще меня и торопит. Наглая какая. Ну, я думаю, самого Абеля мы сейчас не встретим. Но его ребят мы немножко проредим. Походу дела, это он кричит. Ее муж. Пытает ублюдки. Холера. Если не подпишешь, мы с тобой будем долго развлекаться. Давай. Если собираешься, то делай. Понимаешь, мы привыкли к тому, что люди к нам прислушиваются. Это ведь просто пустоши. Подумать только. Твои мальчишки погибли за какие-то пустоши. Как ты, сукин сын! Я тебе шею сверну! О, это невежливо! А я ведь предложил тебе сделку! Может, жена? Они убийцы, убей их! Какого черта? Блин, хотел аккуратненько подойти. Он, по-моему, своего убил сейчас. Даже без оружия разделался. Эй, может, развяжете меня? Сначала облутать. Или ладно. О, да, спасибо! Спасибо! Эти ублюдки получили по заслугам. Моя жена, вы случайно не видели мою жену? Да, я ее видел, к западу отсюда. Она попросила меня найти тебя. О, слава богу, и спасибо, что согласились помочь. Ох уж этот мистер Абель. Он все меньше и меньше мне нравится. Надеюсь, мы с ним поквитаемся еще. Где ты, милая? Меня тоже в подобном подвале держали, когда я за Артура играл. Ограбить? Скорее взять свое. Или облутать. А, ну что ж, тут мы дело сделали. Поехали дальше. У нас, как обычно, дорога с приключениями. Потихонечку рейтинг Джона повышаем. Тут у нас на это всего лишь одна глава. Не так уж и много. Но я не уверен, что от этого будет какая-то концовка зависеть. Мне кажется, тут уже не будет разветвлений. Если будут, напишите. Никакие конкретно, просто будут они или нет. Имеет ли смысл прокачивать рейтинг? Валентайн! Ох, давненько я тут не бывал. За Джона вообще никогда. Бедная лошадка устала. Это не плотва. У нее энергии не бесконечны. Это лошадь Сэдди? Какая-то странная краска. Как будто она зомби. Town,
Я же сказал тебе, Буба, отстань! А я подумал, кому эта девчонка вздумала указывать? Ну, не буду мешать тебе напиваться. Мне сейчас с тобой говорить не о чем. Как это понимать? Последний раз говорю, оставь меня в покое! Не то что. Ха-ха! Не то вот это! Вылетайся отсюда, пока она вас всех тут не поубивала! А ты! Ты! Убирайся! Джон Марстон! Рад тебя видеть! Значит, рады сказали, что ты жив! Джим Милтон, это был ты! Видимо, я. Не очень старательно скрывался. А мы про тебя вообще ничего не слышали. Ты? Ты убил того типа на Роаноке? Да, я. Я так подумала, что это вы. С Эбигейл Джеком. С ней все в порядке. Она всегда была ко мне так добра. Я собираюсь купить для нас участок. Бичерс Хоуп. Это к западу от Блэквотера. Я теперь вроде как фермер. А ты? Ну, ты сам знаешь, как оно бывает. В основном охотись за преступниками, ну и всякое другое. Хорошее и плохое. Кстати, ты интересуешься наградами? Не, я завязал с сомнительными делами. Вроде как. Ну, это законно. Как правило. Тогда возможно. Ну, тогда едем. Что? Куда мы направляемся? В Стробери. Один парень бежал из Нью-Йорка, за него предлагают хорошие деньги. Да что он сделал? Ограбил банк. С помощью пушки? Нет, с помощью ручки. Кажется, он бухгалтер. Похоже, это будет несложно. Пойдем, надо ехать. Я знаю. Блин, какая офигительная Сэдди. Прямо такая вся заряженная. Настрой в ней. Жизнь. Вот это я в людях ценю. Когда люди вот полны жизни, на что-то нацелены. У них какая-то есть идея, и они к ней стремятся, несмотря ни на что. И это очень ценно. Прямо минута общения с Эдди наполнила меня, я надеюсь, Джона жизнью прямо. Верой в существование. И работа самое то для него. То есть мы будем просто искать бандитов и убивать их. Идеально. Все законно. И дело такое, которым может заниматься Джон. Твоя телеграмма. Ты сказала, надо кое-что обсудить. Я не думал, что мы отправимся ловить бандита. Есть еще кое-что. Что? Мика. Мика? Кажется, я слышал о человеке, похожем на него, где-то год назад. Ну-ну. Мы всегда говорили, если мы его найдем. Я помню, что мы собирались сделать. Все в силе. Я думала, больше никого из вас не увижу, после того, как вы уехали в Юкон. Мы вернулись. Как видишь, не разбогатели. Но ты теперь скотовод. Со мной дядюшка, не пропадем. Дядюшка? По-моему, если с тебя сдерут скальп, это и то лучше, чем жить с ним. Иногда я прихожу к такому же мнению. Энтузиазм, вот это слово. Сэдди полна энтузиазма. Так, попробуй что-нибудь найти. Повторю, зовут Нейтан Керк. Он банкир, лысый, 45 лет. Хорошо. Иди вон туда. Скоро увидимся. Как она выглядит, а? В плаще кожаном длинном и ружье на спине. Красотка. Царь-баба. Так, я могу поговорить, наверное, со всеми, да? Я тут должен встретиться с моим другом, но не знаю, где он остановился. Лысый, приезжий из Нью-Йорка, Нейтан Керк. Вы не знаете, где он? Боюсь, что нет. Как-то он странно одет для работы. Шляпа такая. Вы не видели? Вы не видели лысого нью-йоркца, зовут Нейтан Керк.
Лет 45. Нет, сэр, нас тут бывает много нью-йоркцев. Это же курортный город, понимаете? Адирондак Запада, как говорит мэр. Я лица этих сволочей не запоминаю. Понятно. Спросите в магазине или на почте. Там обычно знают, кто остановился у нас в текущем сезоне, как мы это называем. Сезоне? Боже правый. А для тех времен это слово еще нестандартное. Ну давай зайдем в магазинчик. Мне бы еще бухла прикупить. Приветствую. Я могу вам чем-то помочь? Да, я еще одного типа, и он из Нью-Йорка. Зовут Нейтан Кирк. Первый раз слышу. Нам приезжает много нью-йоркцев. Это же курортный город. Не сомневаюсь. Спросите в гостевом центре. Как правило, там всех приезжих знают по именам. Спасибо. Значит, много нью-йоркцев, да? Курортный город, нифига себе. Что тут такого курортного прям? Захолустье. Даже моря нету. Название только сладенькое. Вот ты где! Он в гостевом центре. И что теперь? Иди туда и попытайся его выкурить. Сама куда побежала? За оружием? Проще простого. Ух ты, какое место. Это он? Я сюда раньше не заходил, просто прелесть. Только посмотрите, гостевой домик. Очень красиво, особенно вот эти перила. Вы не видели приезжего из Нью-Йорка? Лысый такой. Да, к нам на Западе иногда приезжают путешественники из Нью-Йорка. Он разыскиваемый преступник. Я работаю на правительство. Если можно так сказать. Его зовут Нейтан Кирк. Мистер Кирк. Но он такой... очаровательный. Он остановился здесь. Он... в третьем номере. Я пойду нанесу ему визит. По поручению правительства. Как волнительно. Это не может быть он, просто в парике. Хозяин гостиницы. Я раньше сюда не заходил. Так бы знал. Надо бы проверить, дерни за волосы. Как же круто тут все сделано, а? Опять же, дизайн локации, супер. Такой охотничий домик. Так, номер 3, он сказал. 2, 3. Это ванные там. Мистер Кирк! Мистер Кирк, вы здесь? Кто это? Просто друг. А ну-ка, стой, эй! Это Нейтан Кирк! Зараза! Ну что, поймала? Замолчи! Давай, прыгай! Надо его догнать, только помни, он нужен нам живым! Я знаю! Эх, красота и музычка, работа супер! Мы сработаемся с Эдди! Идеальная напарница. Не упусти его, я вас догоню! Ты куда? Черт! Веселая работенка. Мечта. Оставьте меня в покое! Ну уж нет. Чуть-чуть ближе еще надо подойти. Мы просто хотим поговорить! Вернулась! Я его почти сцапала, вперед! Вы чудовище! Чудовище! Так и убиться, кстати, можно. Свяжи этого гада. А как так?
Спасибо, мистер Кирк. Очень весело. Я ни в чем не виноват, это все ошибка, моя жена! Моя жена, она отчаянная женщина! Вы женаты, сэр? Не твое ума дело. Эй, потише! Куда мне выслать деньги? Мне еще не заплатили. Высылай на мое имя в кооперативный банк West Elizabeth Blackwater. Выплачу свои кредиты. Они обрадуются, что у меня есть босс. О, у меня есть и другие зацепки. Я бы не отказался от твоей помощи. Обычно я сижу в Блэквотерском салоне. Деньги мне нужны позарез, так что... Я тебя разыщу. И поскакала. Эх, хороша. Жаль, что Джон женат. А что, лошадка? Ты вкусила вкус погони? Я-то уж точно. Побриться бы надо, совсем Джон зарос. Непорядок. Diablo Rich. О, вот, видимо, заданица. Просто обычное белое задание? И это будет Сэдди? Или просто так? В любом случае, давайте выполним. Мне уж очень понравилось. Помогите, пожалуйста! Мне нужна помощь! Прошу, сэр, остановитесь, умоляю! А это бандит уже? Я попал в беду и решил немного прогуляться. И совершенно заблудился. Я остановился в Стробери. Если бы вы мне помогли провести туда. Я вижу причин, чтобы отказываться. О, спасибо, спасибо, сэр. Прошу, после вас. Даже не знаю, как я тут очутился. Ну, залезай. Я здесь ничего не узнаю. Хотя тут все одинаковое. Что вообще здесь делаете? Вы явно не приспособлены к жизни здесь. Нет, нет, я лишь приехал в гости. Сам я из Нью-Йорка. А по вам не скажешь. Ах да, как-то в нашем клубе зашел разговор о набирающем популярность в курортном городке под названием Стробери. Вот я решил взглянуть на него своими глазами. Возможно, сделать инвестиции, пока цены не взлетели до небес. Оказалось, меня одурачили. Значит, вам не нравится. Этот город пустышка. Его и городом-то с трудом назовешь. Я все понял, едва вышел из вагона. Возможно, кто-то найдет в этих местах некое очарование. Но поверьте мне, очарование в наши дни ничего не стоит. Покажите мне дом с деревянным каркасом, а я покажу вам Бродвей. А еще этот ваш мэр, несносный хвостун. Думает, что какие-то поделки из дерева делают его город культурным центром. Он просто витает в облаках. Но надо отдать ему должное, он неплохой продавец. Ведь он все-таки заманил меня сюда. И теперь я шлепаю по гнилым листьям и навозу в компании какого-то ковбоя. Без обид. Я не обижаюсь. Че он не сядет ко мне? Быстрее бы доехали. Быстрее ты можешь, мужик? О да, кажется, это место я уже знаю. Ну так чё? Я думал, дальше сам пойдет. Даже бегать не умеет. Вот ты ж поистине городской житель. Сэр, вы спасли меня от ужасной участи! А вы, сэр, кажетесь находчивым человеком. Если по какой-нибудь причине окажетесь в Стробери, то взгляните к тамошнему болтливому мэру. С ним что-то не так. Буду иметь это в виду. Спасибо, приятель. Интересно. Еще одна заданица. Нью-Йоркцы! Господи боже!
А вот и наша клубничка. Уже, можно сказать, родная. Хоть бы задание было с Эдди, но маловероятно. Вы не турист, значит, вы охотник за головами. Обычно мы вешаем плакаты вон там, на стене. Плакаты о вознаграждении за Барта Кавану. Найдите его, награда 60 баксов. Барт Кавана. Из банды Ларами. Разыскивается живым или мертвым. Барт Каван объявлен незаконно в провинции Стробери. Достоверно установлено, что Кавана виновен в нападениях, шантаже и уничтожении собственности. Последний раз его видели в Нарли Рок. Если найдете его, арестуйте и отправьте телеграмму в этот офис. В. Фарли, шериф Стробери. Я отправлю его телеграммой. Барт Кавана. Он один из парней, что из Ларами. Они говорят, что помогают закрывать сделки по продаже земли, но наемников я узнаю с одного взгляда. Ларами. Кое-кого из этих парней я знаю. Да, мэр на удивление терпелив с ними, но этот вот зашел слишком далеко. Он на севере. На противоположном склоне горы. Удачи! Окей. Ну что ж, поехали. Тут не близко. Так, что у нас тут такое? Там значок трупа, крестик на миникарте. Эй, сюда! Эй, гляньте! Радуга. Тут случилась авария! Подойдите на минутку, эй! Видите, там внизу мертвец. Видать, с обрыва свалился. Ага. Наверное, он жил в той хижине, бедняга. Что ж, скажу шерифу, когда буду в городе. Осмотреть его? Только как бы тут аккуратнее спуститься. Конь мертвый. Даже два. Тут целая повозка упала. Холера. Сейф. Письмо? Вау. Свидетельство о браке? Это брачное свидетельство удостоверяет, что Джеймс Пейтон и Милдред Барр заключили священный брачный союз в штате Вест-Элизабет 18 числа месяца мая года 1899 от Рождества Христова. Ха. Пригодится. И все? Это все, что было в сейфе? Бедолага. Фотография невесты. Бедняга. Как же так произошло-то? Тоже пьяный за рулем. Второй случай за последнее время. А, он же сказал, что он в той хижине живет. Давайте-ка сходим туда. Там, наверное, его невеста ждет. Вообще, это странная хижина какая-то, раздолбанная. Наверное, не про это он имел в виду все-таки. Это какое-то заброшенное место. Тоже, кстати, интересное.
Пейтон и Бар, ничего тут такого нет. Ладно, не знаю, поехали. За нашим преступником. Время к ночи, возьмем его спящим. Может, все спокойно обернется. Так, вон, походу, дело его костерок. Как же красиво тут такие места выглядят. Так, лошадей тут много, три. Значит, и три человека должно быть. Барт, кого она? Все нажратые, засыпающие, прекрасно. Обязательно убить? А нельзя его вырубить? Видимо, нельзя. Вот он, видимо. Я все по-сосински сделаю. Так, а этого мы повяжем. Может, этих можно было? Но они бы кричали, наверное. Вот так, дружок. Блин, еще один. Похоже, это охотник за головами. Бей его, ребята. Это поможет тебе протрезветь. Убери свои руки, черт бы тебя побрал. Блин, обсчитался немножко. Обидно. Надо тут все смотреть, облутать. Так, ну ладно, немножко осмотрелся. Можно погружать парня. Чистая работа, я думаю, Сэдди бы гордилась мной. Мне бы очень хотелось тебя прикончить. Много кому хотелось, мало кому удавалось. Каким трусом надо быть, чтобы нападать на спящих? Спасибо, что избавил меня от хлопот. Жаль, что они не такие тупые, как ты. Если со мной что-то случится, тебе крышка. Не слышал о Ларами? Ах да, мы знакомы. Они меня вызвали, ты тогда? Уж мы умеем выслеживать людей. Уж ты, Барт, меня не напугаешь. Ох, в животе бурчит страсть. Ты можешь помедленней? Мне совсем нехорошо. А мне ровным счетом наплевать. Меня сейчас тошнит. Если наблюешь на лошадь, я тебе кишки выпущу. Я тебя мертвого могу властям сдать. Еще и ударить можно. Так-то лучше. Ну ты просто бояшка, да? Что вы там пили с парнями? Какой-то деревенский самогон. Сначала все было весело, а потом не очень. Это ведь даже не моя одежда. Мы загнали крысу в сапог и стали в него мочиться. Потом еще не помню. Ну, по крайней мере, ты пойдешь на эшафот. Знаешь, что у тебя была насыщенная событиями жизнь. Фу, гадость! В сапоге мокро! Начинаю припоминать. Целый сапог мочи! Это худший день моей жизни! Самое худшее ты оставил напоследок. Тебе страшно повезло, что у меня похмелье. Да, представляю себя, какой ты, когда трезвый. Милая беседа.
О, веселье раньше было. Ссать в сапоги. С крысами. Самая лучшая забава. А вот и стробери. Кто быстро мы доехали в разговорах. Да ладно, не надо меня в тюрьму, давай договоримся. Где предложение? Чё замолк? А, кстати, лошадь Рэйчел зовут. Хм. Какое-то не лошадиное имя. Шериф, у вас посетитель. Барт Кавана, положите его в одну из камер. Шериф, ты знаешь, кто я? Знаешь, кто мой покровитель? Надеюсь, ты сейчас вспотел от страха. Ты за все заплатишь. Твой босс и назначил тебя награду, а теперь заткнись. Хо-хо-хо-хо, вот так вот. А это место я знаю, тут вниз надо спускаться. Вынесите его отсюда. С этой тюрьмой у нас многое связано. Мы отсюда Мику вызволяли, между прочим. Ох, будь проклят тот день. Лучше бы он тут сгнил. Ты совершаешь ужасную ошибку! Я уже совершил такие ошибки, что ужаснее уже некуда. Так, и моя награда. Вот и деньги. Я утешу себя мыслью о том, что хотя бы один из парней Ларами не ушел от правосудия. Утешься, если тебе так спокойнее. Ведь остальные гуляют на свободе. Думаю, пока что мы никаких плакатов вешать не будем. Мэр говорит, что портит вид. Наш же туристический город. Еще пачка денег. Лучше не буду брать. Еще рейтинг упадет. Он дороже денег. Повышается очень медленно. Можно рыбку половить. Типа отпускать, кстати. Надеюсь, для Джона это тоже работает. Но на этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел, благодарствую. До встречи. А я пойду искать цирюльника.